фабрика межкомнатных и стальных дверей «Эстет» имеет огромное автоматизированное производство. 20 тысяч квадратных метров отводится на производственные площади. Это около 10 цехов. В этом происходит первичная обработка древесного полотна. Раскроечный станок всегда четко следует заданной программе и выполняет точный отрез. Затем детали покрывают высокопрочным специальным материалом. Переходим в другой цех. Здесь машины нарезают стекло и подвергают его обработке. Позже наносят гравюры. Так получаются интересные рисунки, которые украшают двери. Производство изделий полностью автоматизировано. Кадры – только квалифицированные специалисты. Кроме межкомнатных дверей, «Эстет» предлагает на выбор широкий ассортимент металлических. Они могут быть любой сложной конструкции. Современное оборудование заточено под заказ. Ежемесячно производится около 1000 металлических дверей. Здесь давно вышли за рамки формата просто двери. Утонченный стильный дизайн, когда выверена каждая деталь, высокое качество материалов, уже 10 лет фабрика создает продукцию на любой вкус. Нужно увеличить полезное жилое пространство? Пожалуйста. Вот вам подвижные системы. Нужно замаскировать дверь под интерьер? Есть двери без наличников и со скрытым коробом. Этот участок вот еще новый, он полностью еще не расширился. Сейчас будет расстановка оборудования. На днях с рабочим визитом на фабрике «Эстет» побывал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Генеральный директор фабрики Владимир Романов показал новый строящийся цех и рассказал о безотходных технологиях. Специальная машина под давлением сжимает опилки. Получившееся сырье упаковывают в мешки, и этот продукт используется на предприятии вторично. Интересно, что не стоят на месте. Вот самое главное. Постоянно ищут какие-то новые решения. Одно из новых решений мы видим, что из отходов производства, которые образуются в фабрике, они отапливают все свои производственные участки. То есть мало кого найдешь, кто таким образом подходит к формированию, в том числе и стоимость энергоресурсов, и себестоимость продукции. Вообще у нас дверное производство на рынке Чувашии очень конкурентно. Мы, вот только наша небольшая Чувашская республика, примерно в российском масштабе, это 8% есть всех межкомнатных дверей. Это очень большой объем. Даже вот эта фабрика, где мы сегодня присутствуем, в день изготавливает 500 дверей. Сейчас на предприятии работают более 700 профессионалов. На работу людей возят специальный транспорт. Так как производство постоянно расширяется, то есть потребность в новых специалистах. Команда фабрики дверей готова обучать новичков нелегкому мастерству и делиться опытом. Подробную информацию о вакантных должностях можно получить по телефону 36 28 42.